Всем привет, дорогие друзья! Я вас приветствую на моем канале и сегодня расскажу о том, что в игре Ultimate Fishing Simulator на эхолот, который стоит 10 тысяч монет, ловить ничего не следует, так как он показывает рыбу, но поймать эту рыбу, показываемую на экране, вроде как невозможно. Я долго пробовал, и смотря это видео, вы можете в этом убедиться. Качество, конечно, плохое, но надеюсь, вам удастся разглядеть на эхолоте те цифры, которые обозначают вес рыбы. Смотрим.